Всем добра, с меня Александр, от канала Alexis Reaction, и сегодня посмотрим те видео, которые наполняют лучшими чувствами, потому что все мы любим получать подарки, и шаман не исключение, шаман тоже принимает подарки и любит их получать. Ну а какие подарки он сегодня получит, мы, конечно же, посмотрим в видео. Видео, конечно же, архивные старые, если у вас тоже есть видео, тоже делитесь, и тогда выпусков будет больше. И на данный момент я еще буду писать выпуск, поэтому за этим видео будет еще следующее видео. Ждите следующий выпуск. Ну а мы, собственно, приступаем, смотрим, слушаем, а потом уже комментируем. Играл на балалайке? Да. Ну вот поэтому я решила, что с Домброй ты совладаешь мне только так. Как на нем играет, потому что как на балалайке я-то знаю, а вот может быть здесь какая-то... Принцип тот же самый. На концерт сегодня. Да, вот так или стал сторожкой, или без хорошо. Ну зайди, подожди. Вот эту шашку я хочу тебе подарить, она настоящая. Просто в моей жизни, знаешь, как было? И хочу, чтобы у тебя вот такая была судьба. Ребята, молодой, рьяный, талантливый. Ну, может, мне уже можно написать? Песни, кстати, сложные. Так вот, я когда написал лесову, мне папахи дарили вот такие шашки. У меня их много дома, так что ты давай, пу, я тебе после каждого хита могу дарить. Когда я написал морячку, мне тельняшки дарили. Знаете, когда я написал песню, какую там песню, «Ночная бабочка», ну, сами понимаете, тоже не все просто было. Отличнейшие воспоминания, есть что вспомнить нам, дорогим фанатам, и есть также вспомнить что самому шаману, потому что подарки, я думаю, бесценны, подарки это те эмоции, те чувства, которые действительно дарят, так как и звезды, так как и дарят фанаты, и это очень прекрасно, очень хорошо. Что думаете вы, тоже оставляйте комментарии, пишите. Также я сразу скажу, забегу вперед, вторая часть будет уже скоро, и вторая часть будет уже горизонтального формата. Если здесь была у нас вертикалочка, постараюсь вам подобрать сборочку из нескольких моментов, горизонтальную, не вертикальную. Что еще можно сказать? Действительно достойно шаман исполняет свои композиции, и достойно мы любим его, и достойно он принимает подарки, и действительно они тоже очень достойны. С чувством тем, которые дарим мы, и с чувством, которым дарит вообще все ценности шаман. Шаман делится частичкой себя, он исполняет свои песни, и мы это чувствуем. Мы чувствуем его искренность и теплоту в этих исполнениях. Также замечательные его исполнения и не менее замечательные те песни, которые он сочиняет. А также он хорошо и может сыграть на разных инструментах. На самом деле это очень талантливый человек, и те, кто смотрит шамана, те об этом знают. Ну а соответственно и любят его. Посмотрите это видео, и если вам действительно это понравилось, нажмите лайк и подпишитесь на канал, мне будет очень приятно. Ну и соответственно, следующее видео будет не за горами. Также по возможности делитесь тоже своими всякими архивными небольшими фрагментами, мне будет очень приятно. Ну и остальным, если те, кто посмотрит тоже эти фрагменты, тоже будет очень приятно, поэтому делитесь. С вами был канал Alexis Reaction, увидимся очень скоро. Позитивного, хорошего вам настроения, смотрите хорошие видео, смотрите канал Alexis Reaction. Всем до встречи, всем пока-пока.